звонких ударов мечей. А футбол и бейсбол в легендах ярче солнышка и горячей. Так, красиво, все, чего? Красиво, но не точно. Так. Тебе вот туда надо. Там снять. Хорошо. Останови. Установила крепкую. Не умею. Еще раз. Красиво. Красиво. Хорошо. Не торопи. Выровняй. Вот. Потом микрофутбол. Ага. Вот, они четыре. Раз, два, три, четыре. Вот у этой команды... Да, у нее здесь три очка, у этой команды одно очко, у этой одно очко, у этой ноль. Игра новая, интересная. Мне удалось забить гол с подачи моей команды. Игра новая, классная. На мой взгляд, лучше, чем в шахматы. Дорогие ребята, поздравляю вас с свершившимся... чудом нашего времени, первым спортивным матчем между двумя командами города Тольятти, четвертым кварталом и пятым. Первое место заняла команда «Лада-1». Она награждается футбольным мячом фирмы «Демикс» и сертификатом соответствия качеству, и цене и эстетике. Вот. Всем я вас и поздравляю. Спасибо за это еще. От нашего лица я хочу поблагодарить Алексея Филаретовича. Спасибо. Ну, на этом наше мероприятие заканчивается. Успехов вам, ребята, в учебе, в работе, в будущем и хорошего спортивного настроения. Спасибо. Всего спасибо. Доброго. Спасибо. Добрый день. Сегодня состоялся интересное мероприятие в рамках совместного, в рамках сотрудничества АНО «Бильбол» и Тольяттинской федерации «Судакан Карате». То есть ребята сегодня получили такой хороший физический заряд. На себе испытали новый вид спорта, очень достаточно интересный. То есть такой синтез футбола,
бильярда. Ребята здесь как бы логически выстраивали какие-то интересные свои ходы, играли, как бы, ну и получали такое хорошее, интересное. Ну, в перспективе, конечно, хочется дальше развивать, потому что все новое, оно достаточно, ну, живое, и, может быть, из него вырастет олимпийский вид спорта, почему нет?